Мы находимся на выставке CPM-2019. Полина, расскажите, пожалуйста, зачем нужна полиграфия в фэшн-индустрии? Чем она помогает? Ну, фэшн-индустрия с полиграфией встречаются как минимум два раза в год, когда запускается осенне-зимняя и весенне-летняя коллекция. А всегда этот запуск сопровождается выходом соответствующего каталога. И для маркетинговых подразделений производителей текстиля, одежды, это, конечно, такой очень, с одной стороны, радостный момент, потому что, когда уже выпускается каталог, ты уже все, ты выбрал модели, ты их отшил, сфотографировал, да. С другой стороны, конечно, это момент напряженный, потому что каталог сверстать, запланировать так, чтобы те модели, которые нужны были в нем, да, чтобы можно было оставить предзаказ, чтобы цветовая гамма передавалась правильно. Это, конечно, огромный труд и дизайнеров, и маркетологов. И вы в этом всем помогаете и облегчаете труд. Мы в этом всем помогаем, мы в этом всем понимаем. Мы 25 лет работаем на рынке полиграфии, выпускаем как массовые каталоги для ритейла, так и каталоги более эксклюзивные, меньшими тиражами, которые, например, помогают в фэшн-индустрии, в B2B-переговорах показать, собственно, товар лицом, потому что когда менеджер приезжает к байеру, он, конечно, не может с собой привезти все, да, но если у него есть достойное полиграфическое решение, а на сегодняшний день полиграфические решения, которыми мы владеем, позволяют даже текстуры показать, какие используются в коллекции. Я знаю, что у вас есть новое уникальное предложение. Кратко расскажите об этом. О, да. Мы в декабре 2019 года совместно с фирмой Canon запускаем новую производственную линию. Что она позволит делать? Она позволит делать эксклюзивные предложения в больших количествах. Что я имею в виду? Если мы знаем, что, например, покупатель, у него есть уже история покупок, и он носит определенный размер, интересуется определенными фасонами, да, то вот эта технология печати нам позволит для этого покупателя за относительно небольшие деньги, комбинируя несколько способов печати, делать каталог персонализированный специально для него, с теми моделями, которыми он раньше интересовался, с теми текстурами и цветами, которые он выбирал. Да? Если у компании есть вот эти данные, то компания сможет полиграфический материал подготовить непосредственно для своего будущего покупателя и таким образом, ну, фактически в точку попасть сразу, да, и он найдет то, что ему нужно, и то, что компания планирует ему продать. Спасибо большое, Полина. Удачи вам и хорошего вечера. Спасибо.